15 творческих коллективов, в числе которых труппы из Азербайджана, Грузии, Албании, Москвы, Германии и Швеции, выступят со своими спектаклями в Дагестане. Пятый международный фестиваль русских театров пройдет в республике со 2 по 9 октября. О программе мероприятия журналистам рассказали на пресс-конференции, прошедшей в театре имени Горького. «Сны Гамлета», «Рождественский романс», «Метель» и прочие постановки будут оцениваться известными деятелями культуры, среди которых Нина Мазур, Николай Жегин, Валерий Подгородинский и другие. Конечно, очень большое культурное событие, которое даст огромный рост духовного понимания вообще и воспитания нашей молодежи и наших жителей республики. И это творческая лаборатория, которая дает обмен нашим всем дагестанским театрам, с театрами Кавказа, с приглашенными театрами из Санкт-Петербурга, из Москвы, из Албании. Организаторы также отметили рост интереса дагестанского зрителя к театру и культурной жизни республики. Поэтому фестиваль обещает стать большим праздником для гостей и жителей Махачкалы.